сказать вам, наверное, все уже это знаете прекрасно, но напомните. Прекрасным продукциям Орифлейм это Wellness Pack. Ну, некоторые там товары предлагают 2 в 1, 3 в 1, но это множество в одном. Множество прекрасных элементов, которые содержатся в одном пакетике этой продукции. Витамины, все, которые только можно придумать, все содержатся в этом пакетике. Микроэлементы тоже представлены в полном объеме. Ну, многие сейчас говорят о том, что ну, здоровому человеку, в принципе, и не нужны витамины и микроэлементы. Мы их должны употреблять с достаточным количеством пищи. Но вы не представляете, какое количество этой пищи, при том здоровой пищи, нужно употребить в день, чтобы восполнить вот эту суточную норму витаминов и микроэлементов. Это просто, мне кажется, недостижимо ни для кого, чтобы выполнить вот это вот задание человечества. Вот. Следующий компонент – это астаксантин. Это препарат, который позволяет бороться человеку со свободными радикалами. А свободные радикалы – это те повреждающие элементы, которые, ну, в общем-то, они как-то долбят нашу клеточку, каждую клеточку живого организма и меняют ее не в нужном направлении. Ведь сейчас говорят о том, что, в принципе, в каждом человеке ну, есть какая-то немножко измененная клеточка. Вот как она себя поведет дальше, это неизвестно. Если ее не защищать с помощью астаксантина, то она может превратиться и в раковую клетку, и вызвать различные мутации в организме, которые приведут к очень плохим, плачевным результатам. И как кардиолог я вам еще особо хочу сказать омега-3, омега-6 полиненасыщенных жирных кислотов. Это препараты, да, вот две такие вот прозрачные капсулки, которые защищают нас от атеросклероза. Ну, как доктор с многолетним стажем, у меня твердое убеждение, что человек стареет от того, что у него стареют сосуды. А сосуды – это сердце, коронарные артерии, это мозг, церебральные артерии. И вот от того, что они забиваются так называемым плохим холестерином низкой плотности, развивается атеросклероз, вот, в общем-то, идут и мозговые, и коронарные катаклизмы, инфаркты, инсульты. А омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, они предотвращают развитие атеросклероза. Они как раз способствуют выработке полезного холестерина и блокируют выработку плохого холестерина. Я так говорю банально уже. Вот. Ну, в принципе, сейчас некоторые скажут, да мы не едим там сало килограммами, масло сливочное, яйца. Но считается, что очень маленькая доза вот этого холестерина потребляется человеком с пищей. Сейчас даже с экрана телевизора звучит, что яйца реабилитированы, то есть в них больше полезных веществ, чем вредных. Масло сливочное тоже нужно употреблять. И в принципе холестерин, он человеку нужен. Он идет на синтез мембран клеточных, на синтез гормонов, многих гормонов. То есть без холестерина человек жить не может. Но хочется, чтобы все-таки у каждого было побольше хорошего холестерина, высокой плотности, и поменьше вот этого вредного холестерина низкой плотности. И вот я хочу сказать, что это очень удобная форма, которая придумана компанией Орифлейм. Здесь в одном пакетике все, что нужно. И можно легко взять его там, например, в дорогу куда-то, положить несколько пакетиков, если вы едете там на неделю, на 10 дней, и брать с собой целую коробочку. Это легко и просто. В принципе, противопоказаний для приема этих препаратов вообще нет. Ну, конечно, если есть там аллергия на какие-то витаминные препараты, ну, все это произведено из очень качественного сырья. Ну, некоторые говорят, ну, мы можем вот рыбий жир купить. Но это совсем не тот рыбий жир. Во-первых, омега-3, они содержатся в рыбах северных морей. И тоже, сколько нужно этой рыбы съесть.
и мы не отвечаем за переработку вот этого рыбьего жира банального, которого и в моем детстве кормили очень детей, которые очень не любили. Здесь омега-3 в удобной форме, без запаха, без вкуса. Проглотил, и все в порядке. Вот. Но, в принципе, я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. И здоровье в жизни каждого человека, наверное, это самое главное. Потому что и настроение человека, и улыбка, и блеск глаз, и красота волос, и красота кожи, и наше здоровье внутренних органов, это все зависит от нас самих. Поэтому я считаю, что человек вправе распоряжаться своим здоровьем по своему усмотрению. Так что с Новым годом, улыбок, счастья, новогоднего настроения. Галина Александровна очень занята и выделила буквально час времени для нас с вами. И мы очень рады, что это получилось. Спасибо огромное.